Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Портрет молодой женщины Андреа Делла Робиа. Около 1470 года. Терракота, глазурь, диаметр 54. В эпоху Возрождения наблюдается искреннее стремление мастеров преодолеть границы своих видов искусств. Историк искусств Арган пишет по этому поводу. Донателло смело вводит в скульптуру ярко окрашенные элементы: позолоту, цветной мрамор, мозаику, терракоту. Паоло Учелло с помощью живописи дает изображение статуи. А Брунеллески не может обойтись без того, чтобы не дополнить свои пространственные построения пластическими и колористическими элементами. Терракота соединяет в себе пластику и живопись и ставит их на службу архитектуры. По семейной традиции Андреа оставил головку модели белой на синем фоне. Такие изображения, конечно же, условны и отдаленно могут напомнить римские антики, но удивительно реалистическая деталь, девичья прическа, делает данное вовсе не отстраненным. Ну вот такое описание к работе Андреа Делла Робиа. Портрет молодой женщины я нашел в интернете, пользовался текстом «Великие музеи мира». Красивая работа. Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.